Ну когда есть, перестанете. У меня интерьер. Огонь. У меня недавно бабича спалил унитаз мой. На камеру. Здорово, как ты бабь. Думаешь? Что приехали бурят. Сперли? Да. Все, нет унитаза. Правильно. Да? Нафига вам унитаз? Я хуя, дырка сейчас. В этом. У вас все равно воды нет уж там. Ну, как в принципе у тебя. Да, у нас нет воды. Ну да. У нас электричество. У нас все электричество делает. В смысле электричество? Говорю, унитаз. Да, у нас унитаз электрический. Новая фишка какая-то. Новая, да, там. Нажимаешь, робот приходит, чук-чук-чук, и все выкидывает. Жопу подирать? Ну, пока не научили. Я понял. Слушай, ну у тебя же была картинка там унитаза была целая там. Есть, есть такая. Полки. Есть. Полки, да. Где, тоже использовали буряты? Не-не, все, мы все продали. Ой, в смысле, все отдали. Я думаю, буряты использовали. Не, мы все им отдали, передали все туда. А, отдал добровольно, да? А мы для этого и собирали. Мы же туда отдавали изначально. Ну, я понял, я просто видел у тебя, что там... Да-да-да, мы собирали, собирали, и все туда, все. Улан-Удэ, все в Улан-Удэ уехало. Я тебя понял. Ну, рассказываю, как там дела. У нас все шикарно, у вас что как? Как у вас там? Я слышал, у вас тут интересный анекдот от Зеленского новый. За раз сбили 12 самолетов и 26 вертолетов. У меня вот вопрос, как думаете, за сколько кокаин он понюхал? За сколько баксов была доза? Чувак, я не знаю, слушай, дип-миссия у вас была с кокаином. Ну, за сколько надо нюхнуть, чтобы увидеть сбитие 12 самолетов? Дип-миссию, блядь, 400 килограмм кокаина. Миссия проебали. Не, у нас тут нашли где-то тонну, арестовали. 400 килограмм, да. То тонну. У нас тонну нашли. Тонну? Тонну нашли. И это... Ну, там у Зеленского, говорят, инфаркт у Зеленского после этого был, когда узнал, что арестовали тонну. Еле откачали. Там распереживался, говорит, сильно очень. Ну, главное, чтобы Захарова не переживала, потому что у нее... Не, она нормально сочет. Машка-алкоголик, стакан... Машка-алкоголик? А когда пьяный ее кто-нибудь видел? Есть видео? Есть видео, где она пьяная? Из-за того, когда танцевала. Когда танцевал? В баре. А как вы поняли, что она пьяная? Когда танцует человек, то он пьяный, да, когда танцует? Чего? Когда человек танцует, то он обязательно пьяный должен быть. Ну, для кого говно напиться, чтобы танцевать, блядь? Ну, да, я думаю, да. А, то есть по трезвяне нельзя танцевать? Запрещено? У нас аж проект, у нас аж на ТНТ есть танцы, целый проект, а там все пьяные. Ну, слушай, ей же кличку не зря дали. Почему зря? Не зря, говорю. Не зря. Зря. Не зря. А клички не зря дают? Не зря. А вот у Зеленский попрошайка наркоман не зря дали? Я думаю, что даже Владимиру Васильевичу Путину кличку хуй дали, не зря. Ну, главное Зеленскому не зря. Мне вот этот вопрос больше всего интересует. Ну да или нет, как думаешь? Нет, меня про Зеленского интересует. Владимир Васильевич хуй или нет? Васильевич, да, Васильевич. Васильевич, кстати, может быть. Васильевич даже может быть. Я просто не знаю, где Васильевич живет. Может, Васильевич, кстати, и да. А вот у Зеленского вот попрошайка наркоман. Ты мне, кто ты мне друг, расскажи, как там дела в ебах. В ебах вот так. Лучший город в мире. Ну, я вижу, да. Интерьер охуенный. То ли унитазы, да? Унитазы вообще же... То ли унитазы. От унитазов вы вообще с ума сходите. Вам нельзя унитазы показывать. У вас же сразу это, полтинники. У нас опасения сразу. Бурят. Вы сразу, да, верните, отдайте. Его знает, да, вдруг буряты придут, еще унитазы типа пи***ть, ты че? Мета хороший был. Золотой? Золотой? Товарищ, ну, почти. Почти золотой? А дырочку покажи. Покажи дырочку. Ну, я бабичу показывал, ты видел, наверное. А дырочку покажи. Кого? Дырочку покажи. Да все уже, пи***ли. Ну, покажи, какая осталась от него дырочка. Да дырка нахуй, сбоку дырка. Ну, покажи. Бабичев сдал, представляешь? Ну покажи дырку. Сдал, сука, эти. Я бурятам, скажу бурятам, они у тебя еще и дырку украдут. Покажи дырку. Дырку украдут?
Покажи. Могут и дырку украсть. Украдут дырку, покажи. И ребята, ну, боевые буряты. Боишься, что украдут у тебя дырку? Не покажешь? Конечно. Унитаз. Я же бабе что поставил конкретно. Ну так тебе и надо. Подставил, сука, забрали унитаз. Нефиг хвастаться, так тебе и надо. Скромнее надо быть, скромнее. Злупил, да? Конечно. Вот, кстати, вот у тебя там этот кондиционер видно, смотри. Зря показал. Да не, они не завтра понимают. Там дырка будет. Они не знают, что с ним делать. Как они знают? На нем же эти готовить надо. Хлеб. Хлеб туда суешь, и то толстый получается. Дырку свою это, на улице, я понял, и пытаются через него срать. Ну, а это тостер у тебя. Кондиционером не знают, что делать. Как не знают? Это тостер же. Туда хлеб засовываешь, и он это... Мозги не доходят до этого. Не знаю, они все знают. Я знаю, они на нем делают хлеб. Туда засовывают, и он жарится. Хлеб там. Туда же хлеб засовываешь в щелку, и он там поджаривается, а потом выпрыгивает. Так это называется тостер. У меня тостера нет. А это не тостер, что ли, у тебя висит? Да. Да. А щелка же для хлеба там. Тостер. Ну, там тостер. Ну, это что, это же тостер у тебя? Для хлеба специальная щелочка. Короче, дела в порядке, да? У нас лучше, чем у всех. Лучше, чем у всех. Первая экономика в Европе. Все хорошо. Да, по итогам года, вот, первая экономика в Европе. А у вас какая экономика сейчас в Европе? Америку перепередили. Германию опередили, да? Америку, да, опередили в Европе, да, Америку. Не, Германию опередили, да? Германию опередили, да. Опередили, да, Германию. Чуть-чуть опередили Германию, да. Там в Германии сейчас, видел это, на тракторах вся Германия катается, там не до экономики. То ли дело москвичи. Там не до экономики сейчас. С китайской шилдиком. Ну, такое с дело. С китайским. Мы с китайцами друзья теперь. Вам теперь китайцы вообще ничего не дадут. Все у нас будет. Айфоны, вот это вот, все будет. Машины, все у нас будет. А еще у вас друзья это эфиопы. Да. У нас весь мир помимо вас, друзья, теперь. Эфиопы, вся Африка будет. Африка с нами дружить будет. Азия вся будет. Индия. Все с нами будут дружить. А вы будете, я даже не знаю, кто с вами дружить будет. Ваши кентухи это... Ваш уровень – это Эфиопия. А ваши друзья – это на тракторах из Германии к вам приедут и будут у вас потом кататься. Вот все ваши друзья. Даже Путин туда ездил. Да, Путин везде ездит, кстати, где ЮАР хочет. ЮАР что-то забоялся. Что за хуйня? Кто забоялся? Говорит, в ЮАР. Ну, саммит был. Конечно. А, в ЮАР, потому что в ЮАР сказали, что у нас МУС, и мы не гарантируем. А, да, кто, а кто нам не гарантии не дает? Говорили. Мы тебя примем 100%. Не-не, он сказал, мы не гарантируем, быть. Наоборот, поэтому Путин не поехал. Ну да. Перед самым перед саммитом он сказал, мы не можем, пошла. Мы не можем гарантировать. Не пошла тема, да? Ну, ничего страшного. У нас с ним другие контакты есть, экономические. Ну, я надеюсь, ты будешь голосовать за Владимира Васильевича. Обязательно, за Владимира Владимировича. Васильевич не подавался. Васильевич не подавался. Васильевича. Не подавался он на президента, не подавался. Владимир Васильевич. Владимир Владимирович подался, а Васильевич не стал. Васильевич. Васильевич отказался. Отказался. В пользу Владимира Владимировича. Что ж ты сделаешь-то, а? Ну все, двойник сказал, я не участвую. Вы, говорит, вы сами, без меня. Я понял тебя. Так что за Владимир. Ну давай, друг мой, что тебе? С Новым годом тебя поздравляю. С наступающим, да. Через 20 минут. Через 20 минут. Да. Встречайте. Давай, хорошего дня, слава Украине. Всего доброго. Сало в пуповине выковыривайте. Выковыривайте. Давайте. Выковыривайте.